Ключ к здоровой жизни, возможно, следует искать в щелочной воде, нейтрализующей кислотные отходы и помогающей удалять их из организма. Щелочная вода обычно используется для профилактики самых разных заболеваний, включая рак, повышенное и пониженное кровяное давление, диабет, болезни почек, подагру, сахарный диабет, диарею, запоры, ожирение, головные боли, болезни кожи, кожную аллергию и астму, вызываемые образованием и накоплением кислотных отходов в организме. Как известно, здоровые клетки имеют щелочную среду, а раковые – кислотную. Нейтрализовать кислотные отходы можно лишь за счет создания щелочной среды. Этот принцип помог ученым разгадать великую тайну жизни. Она оказалась совсем простой. Нужно пить щелочную воду. Это загадочная вода. Щелочная вода не только помогает предотвращать многие заболевания, но и значительно замедляет старение, нейтрализуя, предотвращая деструктивные органические процессы. Приобщитесь к тайнам долголетия. Пейте щелочную воду.